Доброе время суток, с вами Виктор Дулин. Ну и вот сегодня уже 6 марта 2016 года, несмотря на то, что у нас всего понакатано, вот видим здесь и немецкие такие вот огурцы, и вот с помидорами ассорти, отдельные огурцы, томатный сок, перец с томатом, лечо, помидорчики всех цветов, размеров, сортов, травка всевозможная здесь в банках, все равно уже тянет на свежие продукты. И чтобы больше этого не хотелось, я все-таки в магазине иногда покупаю какие-то свежие продукты. Вот как сегодня, например, приобрел кое-что. Сейчас я вам это дело покажу.